Всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня я вам расскажу, как можно приготовить вкусный салат безумный. Для этого мне понадобится крабовые палочки 200 грамм, достаточно 2 крупных яйца, но у меня яйца мелкие, поэтому я взяла 3. У меня помидоры черри, можно брать обыкновенные помидоры, средние 2 штуки, и один огурец, у меня половина огурца большого. Но можно брать один такой крупненький. Для приготовления салата я буду использовать вот такую тарелку. Она не глубокая, и на ней очень хорошо будут ложиться слои. Вот такая. Первый слой – крабовые палочки с яйцом. Начнем резать крабовые палочки. Крабовую палочку я режу на 6 частей. Но каждый может резать так, как ему захочется. Я просто все мелко режу. Мне кажется, салаты такие порезанные мелко более вкусные. Режу на небольшие кубики. Получается вот такого размера. Режу все крабовые палочки. Крабовые палочки я порезала. Теперь режу яйцо и добавляю в крабовые палочки. Как я порезала? Крабовые палочки и яйца. Сейчас я это все перемешаю и добавляю майонез. Эту массу мы разделим на 2 части. Это будет первый слой и третий слой. Поэтому половину я выкладываю сверху. Второй слой. Это будет огурец. Его я тоже режу мелко. Огурцы я порезала. И теперь укладываем второй слой. Третий слой. Я укладываю снова крабовые палочки с яйцом. Следующий слой помидоры. Помидоры режем немножко покрупнее. Порезала помидоры. Укладываем их. Салат готов. Сверху его можно украсить маслинами и посыпать зеленью. Такой салат очень вкусный, нежный. Можно готовить и на праздники, и в простые дни, потому что он готовится очень легко, быстро, а главное вкусно. Надеюсь, он вам тоже очень понравится. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.